Куда же подеваться? Менты, скорей закройте на ржавенький засов. Девушка, далеко едем. Что? Пожалуйста, Миша. Осторожно, говорю. Не знаю, как. Иди отсюда, говорю. Звони, спасибо. Ой, кажется, я представилась. А, как у нас говорят, креститься надо, когда кажется. Ага. Так, посмотрим. Что-то тебя, дочь моя, в наших списках нету. А вы что, знаете, кто я? А я про тебя все знаю. Угу, и это тоже. О, нашел. Дефектная ведомость. Нет, с таким дефектом не. В ад, батенька, в ад. Здравствуйте, Пина. Поздравляю, вы наш 100-триллионный посетитель. Разрешите предложить вам небольшую экскурсию по нашей корпорации. Следуй за мной, дядька, я покажу тебе ад. Это наша великолепная кухня. Ну и как вам? Фу. А как насчет активного отдыха? Рекомендую наш спортзал. Все, спасибо, я поняла. Вы, кажется, при жизни рекламой занимались? Тогда вам просто необходимо взглянуть. Наше креативное бюро. Палатки. Туда мы в следующий раз сходим. Пока взгляните на нашу дизайн-студию. Паша, а что ты вообще тут делаешь? Да, и после смерти мне не обрести покой. Вообще-то меня в рай отправили, а здесь мой дизайн ценится больше. Новоприставленная Фина, срочно подойдите в кабинет директора. Кажется, вам пора. Еще увидимся, крошка. Клавдия Никитична, а я вас вроде в раю видела. Да я тут так, на полставочки. Ну что, мы изучили ваше дело, дефектную ведомость. У нас есть для вас два предложения. Либо вы остаетесь здесь и поступаете под командование Льва Давыдовича, либо возвращайтесь на землю в качестве нашего агента. В
Вчера на пересечении Рублевского шоссе и проспекта Шойгу произошла серьезная авария. Маршрутное такси врезалось в грузовик Кока-Кола. Пассажирка маршрутки погибла на месте, а бутылки Кока-Колы разлетелись по всей улице на радость прохожим. Представители компании Кока-Кола заявляют... Привет, ну чё?